Всем привет! Хочу показать, как выполняется достижение вершитель судеб. Вот на данном этапе у меня нужно победить в Колизее 2000 раз. То есть первое место занять, да? А вот это игра Битва Титанов. Итак, начнем. Переходим по этому достижению. Вот. Перешли в Колизей. Нужно, чтобы было хотя бы, ну, там 26 ранг или 25, да, то есть такой для новичков. Вот что здесь даже не важно, какие у вас статы, какая мощь персонажа. Можно выполнить как бы это с любыми статами. Итак, что мы делаем? Для начала мы просто сливаем бои, то есть выходим просто из боев. А вот нам надо полностью это все слить. Выходим, покинем бой, уйти в бой. Теперь, когда у нас уже полностью все звезды, теперь мы можем атаковать противника. То есть какая система получается, что мы делаем? Мы, получается, побеждаем два раза. После двух раз нам дается уже, получается, то есть после двух побед нам дается уже две звезды. Нам этого не нужно. То есть мы делаем две победы. Вот. Делаем две победы. И после двух побед мы опять сливаем один раз. Ну, то есть я сейчас покажу это все на наглядном примере. Сейчас вы это все увидите. То есть вот это вот второй бой, вот я его завершаю. Так, еще все Колизей. У нас две звезды есть. То есть теперь у нас будет победа следующая. Уже добавит еще две звезды. То есть нам этого не нужно. Потому что сейчас нам нужно слить бой. Опять заходим, встаем в очередь, вот, встаем в очередь и сливаем один бой. Теперь у нас одна звезда, теперь мы можем еще сделать две победы. То есть, что мы делаем? Делаем две победы. Вот. Сейчас делаем две победы и проверяем, получается, достижение. Переходим к достижению. Персонаж у меня как бы не сильный. Вот, одна победа. И встаем туда сразу в очередь. Делаем еще одну победу. Закончить бой. Итак, получается, на одном ранге, получается, если мы делаем две победы, потом один раз сливаем бой и делаем еще две победы, итого 4 победы у нас должно засчитаться. Итак, проверяем. Мой герой, достижение, вершитель судеб, пожалуйста, 16, до этого было 12. Вот. Ну, таким вот образом можно быстрее, немного быстрее набрать побед Колизей. Всем спасибо за внимание. Кому интересно, в принципе, можете заходить в игру, в эту тоже вместе со мной играть. Всем спасибо.